Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, провела личный прием граждан в дистанционном формате. Все обращения жителей Одинцовского округа были взяты на личный контроль парламентария. А по вопросам, не требующим депутатского запроса, были даны исчерпывающие разъяснения. Пообщаться с Ларисой Евгеньевной можно с помощью телефона, по электронной почте, через портал «Избиратель-депутат» или соцсети.